зовут Софья Николаева. Я проживаю в Коста-Рике. Я помню, я горжусь теми, кто помог сделать этот день победным. Я не раз, ни два и не 20 слышал, как посылают на смерть. Слышал, как на приказ собираться, отвечает король таким есть. Есть в ушах односложно звучало, долгим эхом звучало в ушах. Подводила черту и кончала, человек дал шаг. Но ни разу про долг и про веру, про отечество, совесть и честь ни солдаты, ни офицеры не добавили к этому есть. С неволкливым сознанием долго, молча помня отчизну свою, жили славно, счастливо и долго, или вмиг погибали в бою.